сегодня решили так очень знаково отметить день фотографа, потому что 12 июля, даже не нужно прям профессиональный праздник, потому что фотографии, которые сегодня приходят, это больше про, не про жанры, не про пейзажи, не про репортажи. Это про то, что для нас важно, что мы любим, на что мы обращаем внимание. Это самое главное, что, наверное, сегодня нужно поговорить. Сегодня у нас такой формат полудиалога с двумя книгами. У нас Сьюзен Зонтаг, это о фотографии, короткая фотография в формате эссе, когда рассуждает о этике фотографии. И Ролан Барт, который, будучи семиотиком, человеком, который очень много знает про символы, говорит о сути фотографии, в своих полуличных дневниках, о нашей романтике. Вот он тоже очень активно говорит о том, что фотография не просто набор технических настроек, да, о которых любят говорить, а у тебя такой объектив, а у тебя там такая тушка, да? Это именно про важность, приоритет и такие очень человеческие вещи. Я бы хотела сказать, что Барт и Зонтаг жили в одно время, понятное дело, творили, смотрели друг за другом, и у них в компании был еще такой человек, Альбер Бенемин, это из цикла «Три книги», собственно, «Камера Люцида», «Фотографии» и «Бенемин и среди бесполного названия». Но он сегодня тоже с нами в таком начале, который задаст формат для нашего сегодняшнего такого камера нашего чтения пространства выставки «Портфельский вопрос рода». Склонность к цитатам характерна для сюрреалистов. Так, Альбер Бенемин, человек, пропитавшийся духом сюрреализма лучше, чем кто-либо нам известен, был страстно собирателем цитат. В своей авторитетной статье о Бенемине Ханна Арендт рассказывает, что в 30-е годы его вечными спутницами были черные записные книжечки, куда он без устали носил цитат то, что в жизни этих прочитанных подвернулось как жемчужина или как коралл. Случалось, что он зачитывал из них вслух, показывал как людям экземпляры из 20-й коллекции. Хотя коллекционирование цитат можно рассматривать как всего лишь ироническую мимикрию, так сказать, умственный гербарий. Это не значит, что Бенемин не одобрял, не чурался реально. Наоборот, по его убеждению, реальность сама приветствует, направленная на замечание неосторожной, неизбежной, разрушительной деятельности собирателя. И сегодня, таким образом, мы с вами будем собирать, например, цитаты фотографии из этих двух прекрасных книг, которые, фактологически это указание легкое. Там желтенькие, видимые отрывочки, которые доступны для прочтения, которые можно будет поделиться в любом порядке, неважно, экологически или экологически, вот, каждый человек, совершенно приобретательские.
Сфотографировать значит присвоить фотографируемое. У нас здесь небольшая коллекция 163 лет Владивостока, собственно, тоже можно найти в них фотографии. В 163 фотографиях целый один год жизни Владивостока в коллекции. Я нашла этот фрагмент, который прочитаю. Старый дом, затененное кольцо, черепица, погубившийся арабский орнамент, прислонившись к стене, сидит человек. Пустынная улица, средиземноморское дерево. Вот очаг для Клиффорда Альгамбра. Это старая, сделанная в 1854 году фотография, затрагивает меня по той простой причине, что именно здесь я хочу жить. Это желание погружено во мне на большую глубину и имеет корни, неизвестные мне самому. Теплый климат, средиземноморский аполлонический миф, заброшенность, анонимность, благородство. Что бы это ни было, во мне самом, в моих тренировках, в моих фантазмах. Я испытываю желание жить здесь с изяществом, а его отсутствие изящного. Никогда не смогли никто предварить туристические снимки. Фотографии пейзажи, механистические мысли. На мой взгляд, должны быть обитаемыми, а не посещаемыми. Это желание проживания, которое я в себе ясно ощущаю, не является мистерическим, не является что-то экстравагантное. Не эмпирически. У меня нет стремления купить себе дом по иллюстрированному проекту агентства по продаже недвижимости. Оно подписано птично и расходит все работы и стихии, которые устремляют меня вперед в направлении политического времени. Или же укрывают меня назад. Сам не знаю, как. Двойное движение, которое проблема в успех и отношении к путешествию. И к путешествующей жизни. На фоне изумленных пейзажей. Все происходит так, как если бы я был уверен, что я там уже был, или это должен был там оказаться. Проект как-то написал конференц Андрей. Нет другого места, на котором можно с такой уверенностью сказать, что мы там уже были и так далее. Такова же сущность подобной местности, принципами желания. Кенч, побуждающая во внимание, которая не подчиняет никакого беспокойства. Произведений на демократической эпохе фотография не подчинена отдельному художнику. Своим существованием она обязана регламентированному взаимодействию между фотографом и объектом, посредником у них все более услуживая им автоматизированная машина, которая не знает усталости, и если она не заблизничала, результат может получиться интересным, но даже не вполне жив. Рекламный лозунг первого года был такой: вы нажимаете кнопку, а мы сделаем остальное. В сказке фотографии волшебный ящик гарантирует достоверность и дает ошибиться, компенсирует неопытность и вознаграждает простеца. На самом деле, изначально фотография утвердилась как продолжение глаз буржуазного фланера, чем восприятие так хорошо передал Бандер. Фотограф — это вооруженный разновидность одинокого фотографа, разведывающего, исследующего, бродящего по городскому пространству. Разность — это детали. Он открывает город как арену роскошных крайностей. Наблюдатель, прогоревший в чуткости, фланером находит мир живописный. Боже, какие искусством, что и во всем другом художестве. Даже когда фотографы особенно озабочены изображением реальности, они
все равно послушны подспудным императивам собственного вкуса и понятия. Например, блестящие отдаленные участники фотопроекта, затеянного в конце 1930-х годов администрации по защите фермерских хозяйств, делали десятки снимков анфас каждого из своих издольщиков, покуда не убеждались, что пленка запечатлела нужные им выражения лица модели, отвечающие их фотографу понятия бедности, освещения, достоинстве, фактуре, эксплуатации и геометрии. Решая, как должен выглядеть снимок, предпочитая один вариант другому, фотографы всегда навязывают свои критерии объекта. Хотя в определенном смысле камера действительно схватывает, а не просто истолковывает реальность. Фотография в такой же мере интерпретация мира, как живописи рисунка. Даже когда снимают неразборчиво, беспорядочно, бездумно, это не отменяет эстетические предприятия. Сама пассивность, а также вездесущность фотографии, они и есть ее идея, ее агрессия. Изображение, идеализирующее модель, как на большинстве фотографий для журналов или фотографий животных, не менее агрессивны, чем те, которые подчеркивают обыденность, разного рода стандартные фото, натюрморты, унылые свойства и полицейские снимки. Любое использование камеры имеет в себе агрессию. Это очевидно уже в работах первых двух славных десятилетий фотографий 40-х, 50-х годов 19-го века и дальше, когда благодаря совершенствованию техники все шире стало распространяться взгляд на мир как на совокупность потенциальных фотографий. Даже для ранних мастеров, таких как Давид Октавиус Хилл и Джулия Маргарет Камерон, ориентировавшиеся на живописный снимок, задача фотографирования радикально отличалась от цели, которую ставят перед собой художники. С самого начала фотография стремилась отобразить как можно больше сюжетов. В живописи такого широкого кругозора никогда не было. Последующая индустриализация этой техники всего лишь реализовывала обещание, изначально содержавшееся в фотографии. Демократизировать фиксацию действительного опыта и изображения. Громче.
научного труда и при этом очень личного эссе. Это наш мастер. Очень много он описывает здесь того, как он воспринимал его образ фотографии, и вот с этим связаны такие разные циклы. Это был Константин Возвольнев из политического сообщества, сооснователь «Голос Мукса», который выпускает мнение у нас на волонтерство. Вот. Интересно, когда вы это читаете фотографию, да, все объединяются. Этим объясняется, что на эмо-фотографии становится другой.
когда она оживает, превращается в кино. В случае фото какая-то вещь позировала перед небольшим отверстием и осталась, подсказывая мне чувство мне навсегда. Тогда как в кино нечто прошло перед тем же самым отверстием. Позу уносит и подвергает отрицанию непрерывная последовательность образа. За этим стоит иная феноменология, имеющая своим основанием новое искусство, пусть и производное от первого. Неподвижность фото представляет собой результат перверсивного смешения двух понятий – реального и живого. Удостоверяя, что предмет был живым, он подспудно побуждает верить, что он еще жив. Это происходит в результате заблуждения, побуждающего приписывать реальному абсолютно высшую, как и вечную ценность. Но сдвигая реальную сторону прошлого, фотография намекает, что оно уже умерло. Неподражаемые черты фотографии являются тем, что кто-то видел это рядом. Даже если речь при этом идет о объекте, похоже или лично. Исторические фотографии возникла как искусство личности, идентичности, гражданского статуса, того, что во всех смыслах этого выражения можно Подобные фото в силу характера, но не ради этого. Репортажная фотография
Я сделала так.
совершенно образом предполагает конкретность. То есть окружение история. Раз история не является, просто-напросто времени, когда мы ее родили,
шею. Но кротость, распутая ее взглядом, служит как бы противовесом всему этому шифру. Это единственный раз, когда я увидела ее ракурсе истории. Истории вкуса, мод, ткани. Мое внимание переместилось с нее на аксессуары, которые ушли в нее. Ибо платье бренно, оно сделано для того, чтобы служить еще одной могилой любимому существу. Чтобы хоть на миг вновь обрести свою мать, и, увы, удержать ее в этом виде надолго, не удавалось ему так. Надо было значительно позднее обнаружить на некоторых фото предметы, которые стояли у нее на комоде. Утренницу и словом картофель я любил звук, с которого она открывалась. В плохом граненом пистоля, низкий стул, который теперь стоит в моей кровати, а также панно из рафии, которые она оставила над диваном, и вместительные сумки, которые она любила. Сумки, чьи удобные формы опровергали буржуазный идеал данной сумки. Таким образом, жизнь того, чье существование хоть ненадолго предшествовало нашему собственному, скрывает свои особенности, присущая история напряжения, ее подраздел. История истерична, она конституируется при условии, что на нее смотрят, а чтобы на нее посмотреть, надо быть у нее исключенным. Как живая душа, я являюсь воплощенной противоположностью истории, тем, кто ее опровергает и разрушает в пользу только моей истории. Я не в силах поверить в свидетелей, по меньшей мере, я не могу быть одним из них. Тема матери. Василия вообще, да. Это ты трюк, да? Ой, я хорошо прочитала, я считаю. Отсюда легко возникает чувство, что любому происходящему событию, какого бы ни было его моральное содержание, надо позволить завершиться. Завершиться так, чтобы в мир было внесено нечто новое. Это фотография. Событие закончилось, а картинка существует. Жалуя ему нечто вроде бессмертия и важности, которого иначе просто оно было бы лишено. Где-то реальные люди убивают себя или других реальных людей. А фотограф стоит позади своей камеры и создает крохотные элементы нового мира, мира изображений, обещающего всех нас пережить. У меня есть предложение к нашим событиям, да? Ну и что, что мы участвуем? Я помню, что мы не надо. Не-не-не, я
планшеты, которые ожидание моря. Мне пришлось сразу на корабле. Ну, моя. Ну, подарок. Дима, подарок. Спасибо большое. Да, приятно. Просто я понимаю, у авторов есть, да? Нет. Не помогло? А я как бы вас не приучаю. Тоже. Написано «Даль интуист». Ну, такая. Не, очень много хороших, интересных людей участвует, поэтому мы за прибавление, более, ну, в этом году у нас там фатальное вложение идет участникам конкурса. Я это списываю, что нас присылают, вот, круг общения, он другой, прям, ну, даже в конкурсе, как раз, наслаждались. У нас, поэтому, что будет 15, потому что работаем 16 год, присылаем на конкурс, тоже очень интересно. Да, мы, конечно, очень хотим это, чтобы людей, ну, говорю, я очень хочу, но делать больше, чтобы все хотели. Больше людей можно сыграть. Каждый раз придумать другую номинацию такую назвать, чтобы там только люди были. Вот будет номинация «Друзья». Решили мы вот по отношению к прошлому года. Ну, там много чего, но и друзья попадаются. Но в основном мужики и собачки. Потому что с людьми происходит. Благо жюри у нас человеческое. Она иногда вместе с текстом. Текст автор, да, это же, знаешь, может даже иначе встретиться с фотографией, но на нее смотришь, да, без подписи.
читаешь подпись или фотографию автора, и ты вот совсем по-другому. А еще мы с вами не изучаем. Высокого самого. С высоты, да. После мухи есть, да? Да, есть. Или ты только читаешь? Я только читаю. Ну, я участвовал, но не попал. Метель в городе. А я понимаю, театральный сквер. Я понимаю, что напротив, там вот ниже, пирс. Ну, в общем, я названий 3-5 предложила, связанных с местом. Нет, метель в городе. Вот в этом смысле мы не можем принять.